Добрый день. Увидел я картинку в интернете. К ручной дрели вот такой приделали, там примотали на изоленту этот редуктор от болгарки. И вот у меня возник вопрос, а можно ли вот действительно пилить вот такой вот конструкции? Будет ли она работать как болгарка? Соответственно, что вообще это? Так, шутка, или можно что-то реально с этим делать полезное? Так, что нам надо? Нам нужен кусок железа. Я вот сейчас проверял, вот у меня что получилось, но я хочу показать наглядно, что можно сделать, за какое время. Ну, давайте вот посмотрим вот такой вот кусочек, вот это полотно. Что тут H6 что-то или 60 VF, ну, со знаком качества где-то был даже на нем советский, вот. И самому интересно даже, что можно сделать. Без подручника, конечно, тяжело. Так, давайте сейчас мы попробуем спилить вот здесь. Сейчас попробуем сделать пропил вот здесь. Так, так. 36, 38, 39, 40. Ну вот, как видим, сейчас 55 было, за 15 секунд вот столько мы пропилили. В принципе, не так уж и медленно. Но в чем проблема? Я пытался делать на весу. На весу невозможно. Потому что она все болтается, и попасть, и что-то вот пилить. Вот, то есть, вот как стационарную, в принципе, можем, да, использовать. Точило стационарное. А вот у меня на заднем плане есть. Вот. Но как в руках оно не получается. Болтну крутим, как вот это вот все вот оно так вот движется. Или надо вдвоем, чтобы один держал, другой аккуратно крутил. Вот. Как-то вот так вот. Ну вот. Такой вот небольшой дурацкий эксперимент мы провели, показал. Что-то он нам показал, даже сам не знаю, что, насколько. Вот, что еще сказать. Ну, что это такое, я покажу в другом видео. А так, все, благодарю за внимание, всего доброго.